Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Xiaomi 12T. И сейчас я покажу вам, как добавить или удалить Google аккаунт на данном устройстве. Итак, для этого нам нужно зайти в приложение «Настройки». Далее пройти в раздел «Аккаунты и пароли», по-моему, так. А, «Аккаунты и синхронизация». Здесь у нас уже добавлен один Google аккаунт. Нажимаем, видим, что здесь у нас есть Google аккаунт, мы можем его сейчас удалить. Допустим, если мы хотим его удалить, нажимаем на «Еще» и нажимаем «Удалить». Далее нажимаем «Удалить аккаунт», нажимаем «Ок», подтверждаем, что это мы действительно делаем. И таким образом удаляем аккаунт. Теперь, если вы хотите добавить аккаунт, вы нажимаете в этом же разделе, нажимаете «Добавить аккаунт», выбираете Google и вписываете телефон или адрес электронной почты. И далее пароль. И нажимаем «Далее». Принимаем. И таким образом мы добавили Google аккаунт, он будет здесь. Вот, и на этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.